Здравствуйте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Амнезия призрак прошлого. В предыдущей серии мы... Секунду, что там двигается, что ли? А, не показалось. В предыдущей серии мы бродили по канализации, встретили очередного монстра, успешно от него убежали, но он один раз успел нас убить. Ладно, оказывается, надо было отвлечь. Так, и теперь вот попали мы сюда. Не знаю, куда только. Так, какая приоткрытая дверь. Ну, нам сюда начали идти, намек. Так. Трутицу мы здесь только нашли. И больше ничего. Так, здесь завал, значит, сюда точно не идем. Так, этого, этот главный герой Даниэль опять начинает что-то бояться. Не поддается. Ладно, так. Что, тоже не поддаешься? А, поддаешься. Так, запомним эту дверь. Так, с каким-то говном на полу. Так. И еще одна дверь. Ладно, пойдем сначала вон туда. Так, здесь какой-то рычаг. Даже два рычага и записка. Надеюсь, блин, когда я, блин, читаю эту записку, никаких бабаев не выскочит. Это я боюсь реально. 9 августа 1839 года. Я весь в поту. Руки трясутся. Не знаю, кто в здравом уме смог бы провести ритуал ограждения. Удивительно, что темницей до сих пор пользуются. Слуги Александра привели пленника. Убийцу, по его словам. Александр все приготовил, но сказал, что я должен сам провести ритуал, чтобы был эффект. Тень можно сбить со следа кровью другого человека. Убив этого мужчину, мы выиграем время. Что мне оставалось? Александр сказал, что выхода нет. Он спасает мою жизнь. Я не могу позволить себе споры. То есть мы на наших руках чья-то кровь. Так. Блин, опять что ли загадка какая-то с механизмом каким-то. Не работает. Ну ладно, пошлите обратно. Тот коридорчик. Так. Так, тут ничего полезного мы не нашли для себя. Пойдем. Там, открывайся тут же. Так, что у нас тут? Ладно. Нет, давайте здесь одну зажжем. Давай, около света стоим, что ты ноешь опять. Вот давайте без этих на заднем фоне плакани и все такого говна. Так, здорово, лестница вниз. Так. А, пошлите вниз. Так, сколько у нас масла? Так, масло у нас вообще заебись. Ой, блин. Блин, опять какое-то странное мрачное место вышли, блин. Так, что у нас тут? Так, может, этим цены найдем. Так, достань, пожалуйста, фанда. Вот, молодец. Так, две трудницы. Их у нас дохерища, как я знаю. Так. Ну вот здесь больше ничего я не вижу такого ценного. Так. Возьми, пожалуйста, трутницу. Сколько у нас трутниц? 18. Нормально. Ни мало, ни много. Так, и опять флешбэк. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу, да? Твоя жизнь в безопасности. Верь, только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Так, кажется, кого-то убили. Надеюсь, вот тут сейчас на нас не упадет, как мы откроем сразу. А, ну, кровь, как обычно. Так, конечно, заколоченная дверь.
лаборатория. Не поддается. Ну, ясно, не поддается. Так, тут у нас ничего ценного. Лопата. Так, от лопаты ничего не... Там кто-то есть. Так, это, наверное, вон чувак, который не мог двигаться, забыл ползать на А. Я не запоминал просто. Мне не подумать, что я не вникаю в сюжет. Так. Вон еще путь куда-то. Так, ну, видно, целое уже дохлое. Комната пыток. Помоги мне, потяни за выключатель. Вот это, да? Спасибо, я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа, а тебя? Даниэль, тебя зовут как пророка брошенного ко львам. Чувак, как ты разговариваешь, а? Скажи мне, Даниэль, львы уже окружили тебя? Ты хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр беспомощен. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и в трансепте, мальчик мой. Они должны быть там. Блять, чувак, ну чё за... Ой, блять, ну чё за херня? Как ты вообще можешь говорить, у тебя... Да нет, не хочу тебя вновь беспокоить, но... Если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? Я знаю, это звучит глупо, только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне. Он работал над тем, как спасти меня, над эликсиром, который освободил бы меня от этого дряхлого тела. Так, ну а если по пути найду что-нибудь, принесу обязательно что-то. Оставлять тебя тут. Какой рычаг? Ах, это... Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Погляди в другой комнате. Детали механизма спрятаны тут повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь спрятаны. Способ починить его. Блин, ну начинается спрятаны, блин. Что, под лестницей спрятал? Нет, не спрятал. Кто я? Меня зовут... чувак, ты говоришь, сошел с ума, мне надо бы срать отсюда. Так, вот это откроется. Так, значит, мы сюда не попадем. Так, здесь подожжем. Ну, походу, нам сюда только идти. Так. Не очень-то приятное место, если честно. Так. Что у нас там? Алтарь. Так, это мы пока не подойдем. Давайте здесь осмотримся. Так. Части от механизма. Так, есть что? Нечего. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут. Хватит торгать, кто-то моет. Так. Так, это что у нас?
Так, трудница еще хорошо. Хорошо, очень. Так, наверное, я ошибся. Подумал, что вот здесь деталь валяется где-то. В камерах. Нет, тут явных нету. Ладно, пошлите наверх, поверим, что наверху там. Так. Это что еще? Мясо. А зачем мне мясо? Вопрос у меня возникает. Встреча с монстром, кажется, меня поджидает скоро. Я, наверное, правильно думаю. О, там свет горит. Я знаю. Я уже был тут. Я помню этот вкус. Вкус дамасской розы, скрывающей правду в тумане. Они могут забрать мою память, но тело помнит. Раны говорят за себя, ведь память молчит. Они вернутся со мной. Ладно. Так, понимаю, здесь тоже ничего полезного, кроме непонятного флешбека. Ладно, посмотрим, что на той стороне. Так. Здесь какая-то бабая. Так, здесь трутница. Так. Так, понимаю, здесь еще один флешбек. Чем я там был испугать этот туман? Нет, не убедил. Так. Пойдемте тогда в алтарь, что ли? Я не знаю, куда нам больше идти. Так. Что за хуйня происходит? Так. Мне интересно, этот дедок жив? Так, Василий, поверим. Поверим, что аккаунт живой. Что с ней случилось? Да не, рад тебя видеть. Александр хитер и умен. Но у него заканчивается... А, так, ты жив. Ага, вот. А мне надо следить, надо за этими трупами следовать. Которые уходят вон туда внутрь. Ладно, тут больше ничего. Нет такого полезного, как я вижу. Пошлите в алтарь. Мяские негодяи, подумал он. Хорошим людям стоит радоваться не их смерти, потому что они отроди человечества. Никто не будет плакать о них. Так, извиняюсь. Да. Так, ну, кажется, мне... Не, не знаю. Мне кажется, уже концовка близится. Так мы настигнем, скорее всего, этого Александра. И убьем. А сейчас пока идем, что-то ищем. Части механизма. Так, мне не понравилось, зачем мне дали тогда кусок мяса там. Сейчас я слышу звуки. Давайте присядем. Мне музыка какая-то тревожная начала играть, не нравится. Ой, блядь, там этот твой ходит. Дается. Сука, и как на них обходить? Дади-ка. У меня же кусок мяса есть, да? Блять, нашли время свои флешбеки пихать. Осталось совсем немного. Я, словно Орфей, спускаюсь в царство Аида. Что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забыл. Твоя интуиция весьма развита. Не уверен, что понимаю вас. Не бери в голову. В конце концов, это так, мясо нельзя использовать. Так.
Я не понимаю, как мне там того монстра котика? Так. Как он направляет сюда, тварь, вы что издеваетесь? Да, и вот он меня не заметит, да? Блять, спалил. Спалил собака. Бля, бежим, 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 нахрен. Предлагаю тут по ПМ бежать. Так, блять, здесь такой я пути. Ах, как он меня догнал так быстро-то, ё-моё. Продолжайте. Спасибо за подсказку, спаление. Что за хрень? Я тут очутился. И масло дали. А где я? Так, это зал ритуалов, как понимаю, да? А что, типа, сюда переместили, типа, когда убили? Стоп, куда мы попали-то? Я не до конца что-то езжаю. Тут что-то я юмор не догоняю. Как мы здесь очутились-то? Мы так и был задумано, что его нельзя было обойти, и он нас убивать. Мы оказываемся. Так, я предлагаю пока прикрыть. Так. Все пропало. Я вынужден начать сначала. С тех самых пор, как я обнаружил след, найденную Аргипой. Она была основой моих исследований. Из-за случая с Вильгельмом я стал нетерпелив. Опасаясь нехватки пленников, я приступил к последнему ритуалу без должной подготовки. Сфера треснула и раскололась на 6 частей. Я пробовал все, но не мог собрать все. Ее. Если я не придумаю, как сделать это сделать, придется найти еще одну, поскольку сферы есть, еще теплится жизнь. И даже если не удастся восстановить ее, возможно, хотя бы часть ее силы можно будет использовать для других целей. Прошли целые века безрезультатно. Я уже не уверен, что увижу свою любимую вновь. Как долго еще я смогу поддерживать собственную жизнь? Так, ну Александр, кажется, долго живет, как я понимаю, веками. Кто-то упоминал об этом уже. Что он типа... Так. Так, вон он, кажется, да? Или это камень? Так. Я этой твари не вижу. А вы видите? Меня, что вы тоже видите? Так, вот тут мы пришли. Вон туда мы бежали. И она вот тут нас хлопнула. Так. Прекрасно, если она ушла, конечно. Так, что у нас тут? Так, какая-то деталь. Ага, походу здесь где-то... Нынечку. Так, вот так лучше. Так, записка очередная. 12 августа 1839 года. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я занимаю себя тем, что помогаю с пленниками. Меня тошнит от этих отбросов общества. Ни один из них не может достойно встретить наказание. Эти гады лгут, что невиновны, трусливо молят о пощаде. Даже не верится, что цивилизованный человек может так низко пасть. Я все время напоминаю себе, что все они отъявленные мерзавцы. Я даже благодарен Богу, что он посылает нам этих гадов, чтобы они послужили моему спасению. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня пока мало, и в последний раз получилось грязновато. К следующему ритуалу ограждения я буду готов. Так, кажется, тот Даниэль, который до потери памяти вообще окончательно. Вот так мне что-то звуки не нравятся, которые там слышу. Так, здесь инструменты нам какие-то детально найти. Что это? Ведро смолы. А, ладно. Ведро смолы. Так, ведро смолы. Так, идем дальше. Что-то внизу.
Так, может, тут его с малыном поможет? Нет, а может, мясо? А, откройте, ладно. А, вот выпечку нашли. Так, открыли. Ладно, пошли, там еще была одна комнатка, в которую мы еще не зашли. Надо изучить, что в ней было. Страшный грязный монстр. Надеюсь, ты там не объявился опять. Так, я вон туда не ходил. Нет. Стоп. Стоп. Стоим до конца не доезжаю. Стоп. Я аж там вроде был же. Я что-то вообще уже. Так. Так, давайте закроем-ка пока дверцу. Так, что у нас тут? Так, может вот это? Да. Что теперь? Ничего нам дает это, блин. А вот сюда что-то надо вылечить, что ли, или что, я не понимаю. Как-то мне не хочется туда идти, мне кажется, мы сейчас сдохнем. Так, ну что сюда класть-то, ну, молоток, блин. Что, банк? Нет. Ну ладно, давайте попробуем пройти. Ну, мне кажется, мы, скорее всего, Да, я был прав. Насчет того, что мы сдохнем, если такой снег сюда нет. Не полностью, конечно, мы не сдохли, но... И что мне надо искать? Я, походу, что-то упустил там. Или, может, не тому чуваку надо вернуться. Ну, а давайте еще обойдем эти места и вернемся к... Так. Кажется, мы что-то все правильно делаем, потому что с нами разговаривает этот Александр как-то. Я просто воспоминания появляю. Так. Там ничего нету. Так. Так, нельзя подвинуть. Так, это что там? Ага, лутница. Так, да хватай ты ее. Ой, олень. Так, подкиньте немного выше. Так, да, взяли. Взяли. Это нельзя взять? Так, это нельзя. Слушайте, а не это надо положить там? Нет, на алтаре сомневаюсь, не это надо положить надо. Так, давайте посмотрим, что у нас это не открыто. Так, по-прежнему не поддается. Ладно, пошлите, вернемся обратно тогда. Да, перепрыгните уже через нее. Ладно, бежим. Вон туда. Там тоже еще раз точненько осмотримся. Если ничего не будет там, тогда вернемся к этому чуваку, там, старичку. Блин, ну это вообще. Так. Так, закроем дверь. Так, смотрим внимательно. Все внимательно. Похоже на Ридженс Парк. Книга. Так, с собой ничего нельзя сделать. Так. Давайте посмотрим. Так, книга.
ничего нам не дает это. Мотоцикл-то эти уже видел. Так, вот с этим, конечно, с этим что-то надо сделать. Вот мясо сюда надо положить это. Так. Вот это? Нет. Упс. Ладно. Стоп, эта дверь была открыта? Так, ну тут мы возродились, как я помню. Так, стоп. Может так? Да нет. Блин, да. Что-то я не до конца понимаю, что дальше делать-то? Так, может тут что-то? Нет. Так. Может где-то здесь потайная дверь? Нет, вряд ли. Так, ну ладно, давайте тогда вернемся к тому чуваку. Вот он нам что-то скажет. Так. Да. Ясненько. Ладно, побежали обратно. Так, опять эти лепестки. Они меня прям преследуют. Сап, по-моему, здесь мы что-то упустили. Куда по это везет монстр? Так, нет. Так, это как бы понимание поддается, да? Никто нас отсюда живем пускать не собирается. Так, это нельзя взять. Окей. Так. Бежим обратно. Так, надеюсь, я все правильно делал, потому что я не вдупляв, что дальше делать, конечно. Пустая жидкость пихкла по языку. От жажды глотал, стараясь не упустить ни капли. Через окно он посмотрел на безгрышный простор лес и восходящее солнце. Когда он закончится это, подумал он. Так, чувак, ты тут еще? Так, правильно, походу, да, снова флешбэк. В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. Так, пошлите к тому чуваку сюда, да? Так. Чё за нах? Чё за нах? Слышишь меня? Ты как он ебаный? Ну что ты хотел, мой мальчик? Почему он захватил меня? Хотел-то он на самом деле заполучить не меня, а Йоганна Бейера. Как? Ладно, иди нахер. Вот одна из этих дверей заработала. Так, может это? Ладно, пошли, что-то насчет камеры они говорили, что-то. Так, что-то с трубами. Какая-то херня с трубами у них была. Так. Убивайся, пожалуйста. Да блин, да не в меня. Так, даже он здесь. Так, эти камни нельзя отодвинуться. Так, ладно, погнали наверх.
Так, мы мясо нашли, но с этим мясом хер поймешь, что делать. Нет, тут ничего. Так, здесь пакел вообще нету. Так. Блин. Да нет. Блин. А давай посмотрим. Посмотрим здесь. Здесь немного светлее, но светло. Почему-то? Так. Так, цепи. Ничего нам не дают. Так, зажжем здесь. Так, буханка хлеба. С плесенью. Аппетитно когда-то, да? Так, где я? Вот тому чуваку мясо надо дать, что ли? Я не знаю. Я вообще не понимаю, что же делать надо. Какой-то странный. Как идут дела? Так, погодь. Моим учеником. Ладно, знаете что, давайте закончим на этом серию. В следующей серии пойдем дальше разбираться с этим всем дерьмом, которым здесь на нас навалилось. Ну ладно, всем спасибо за внимание, с вами был Алькатрас, всего хорошего, пока.